Всероссийский фестиваль модельного спорта проходит в Анапе уже 4-й год. В этом году приехали участники из Москвы, Самары, Керчи, Майкопа, Ставропольского края и Краснодарского. В глазах детей неподдельный интерес. Этот удивительный вид спорта увлекает. Я пошел на кружок. Сначала начинал со стендовых моделей, потом уже перешел к радиоуправляемым моделям. Недавно, где-то год назад, ездили на соревнования в Майкоп по авиамоделям. Занял 2-е место. У меня первый самолет был из пенопласта. Я его собирал где-то месяц, потом собрал. Потом на полетах он полетел с первого раза. Я очень обрадовался и очень на нем долго летал. Взрослые пилоты передают свой бесценный опыт юным радиотехникам. Участники представили вниманию зрителей различные модели беспилотников. Некоторые сделаны вручную. Этот реактивный самолет-бумеранг, развивающий скорость 300 км в час, самолеты с двигателем внутреннего сгорания, электрические самолеты и вертолеты. Ну, я привез 2 вертолета. Вертолеты Сикорского, нашего соотечественника, к сожалению, эмигрировавшего когда-то в Россию. Но он родоначальником всех вертолетов является, можно сказать, большинства из них. В данный момент полная копия бензинового вертолета «Швейцар», копия вертолета префектуры водной полиции Аргентины. Такой вертолет существует в реальности, с таким же окрасом, с таким же действующим. То есть он полностью соответствует оригиналу. Копия масштаба где-то 1:4. Вертолет также садится на воду, взлетает с воды. Никто из участников фестиваля не остался без внимания. Станция юных техников для каждого подготовила памятные дипломы и медали.